только праха чуть-чуть. Я деньги дам. Долларами могу. Я недавно у фирмачей подработку брал. Они мне зелеными заплатили. Да буду еще. Пожалуйста. Да прекратите нести эту дикость, за кого вы меня принимаете? Не буду я вам с работы таскать волоски ни за зеленый, ни за красный. Господи боже, да что за дикость пришла на эту землю? Ну, первобытный век. А вы, Сергей Петрович, в Бога верите? Так, а вот это уже, извините, не ваше дело. Вопрос интимный в Европе считается неприличным. А мы не в Европе, мы в Азиопе. Как говорил наш политрук. Но если не хотите отвечать, не отвечайте, отнюдь не важно. Я вам так скажу, если верите грех, не верите стыд, 70 лет покойника обрежаете, воском да медом вены фаршируете, а потом кричите, откуда дикость? Я смотрю, вы специалистом стали. А что по вашей брошюркам? Но вы-то из себя ангела-то не стройте. Кто у нас гранитная команда? Кто у нас человек с ружьем на виду страны под бой курантов? Это вы верно меня подловили. Мы дураки! А знаете почему? Потому что стоим у всех на виду, как пни не моргнем, пока вы там внутри копошитесь, мох гоняете, засекреченные с пайками своими до премии. Да знали бы эти премии, что наши ученые получают. Мастера чужие заработки считать, да? Круглосуточный надзор, бесконечные доклады, проверки. Академик Сбарский основал!